OMTV.ua про головне. США вложили в войну на Украине 300 миллиардов долларов. Сейчас мы взяли вот сегодня, наверное, одно из первых сообщений, что взят первый город, Угледар. И я поздравляю наших военных, что наконец-то это произошло. Но, с другой стороны, я хочу вспомнить, что бои за этот город шли почти 2.5 года. Если посчитать, сколько мы там оставили, ну, взять хотя бы для сравнения Бахмут, и сколько мы оставили под стенами этого города наших военнослужащих, какие там были потери гигантские, и там речь идет о десятках тысяч наших солдат и офицеров, то, ну, это, знаете, это называется первая победа. Сейчас по возвращении с передка, практически с передка самого, где, поверьте, все очень-очень обострено, все очень доходчиво, я вижу, как наши войска тоже сильно устали. Думаю, что некая обратная связь и есть, и в Кремле это тоже знают. Там чувствуется чудовищная усталость от этой вот затяжной позиционной бойни. Поэтому я не удивляюсь, почему все-таки зазвучали такие вот нотки, что ноты, вернее, вот эта тема на уши Стакера, что мы готовы к переговорам. Вот, понятно, что и, видимо, и власть понимает, что войска без новой волны мобилизации, которой, в общем, почему наш Бамонт очень боится, ну, что называется, армия может не выдержать просто-напросто. А какой, если план «Б» на сей счет? Еще раз говорю, при очень крайней такой измотанности наших войск. Вы, вот, понимаете, когда пулеметчик разговаривает вот там в пункте такого временного дислокации в ПВД, да, там едва-едва интернет, вот у парня, смелого парня, он завтра ему на позиции, у него слеза начинает стекать. Вот этот, черт возьми, обо многом говорит. Вот, честно говоря, я многих таких вот ура-ура вывез бы вон туда, на линию. Вот вы посмотрите, как люди прячутся там от дронов. Там, вот я видел этих людей, понимаете? Они золотой фонд нации. Если бы у них нормальная команда, до Ла-Манша бы, черт возьми, дошли. И вот ребята с уставшими лицами там говорят, черт возьми, что ж такое-то? Мы воюем с этими дронами, у них спаса нет, камикадзе. Но почему не наносятся удары в тыл? Почему люди гибнут и испытывают страшные нагрузки? Теперь я знал об этом, я это увидел. И люди вот там на фронте понимают. Я там слышал такую, кстати говоря, версию. Ой, да горничок на самом деле. Ну, слушайте, ну, я еще раз хочу обратиться к, так сказать, Бамонту без особой надежды. А вы что, всерьез думаете, что вот войска двужильные, что они выдержат вот эту вот, собственно говоря, вот эту мясорубку? Там свои черные дни есть у каждого нашего подразделения, потому что по-прежнему кидают из огневого вала, из нормальной подготовки. Люди несут громадные потери. ВСУшники очень хорошо работали технику, так сказать, отбить вот эти штурмы, когда без артиллерийского, без сосредоточения огня идет, да, так сказать, огневого вала. А людей с брони ссыпают, вперед в атаку, с той стороны удары минометами, ФПВ-дронами, люди с техники разбегаются, что ловят именно на входе, в поле кассетные боеприпасы, и, понятно, после такого штурма, соответственно, не только у ВСУ трупы, и у нас, простите, столько же ложится. Вот. А если в лоб идут, то и больше. И люди эти спрашивают, почему, откуда, что. Я не хочу оглашать те версии, которые я слышал в курилке, там, на фронте. Но поймите, люди все очень понимают. И я хочу еще раз предупредить наш Бамонт, что если не изменить характер ведения войны, то, вы знаете, мы рискуем столкнуться вот с тем же эффектом усталости войск, как Российская империя уже в конце 1916 года. Вон там уже начались случаи, так сказать, и неповиновения, и даже братания. Вот. Просто люди устали от этой мясорубки. Затяжная война, вы знаете, это громадная-громадная для нас беда. Затяжная война, она грозит на самом деле нашим поражением. Вот здесь вот расположение, ребят, это очень хорошо понимаешь. Здесь вообще вот люди 40-50 лет, молодежи очень мало, дуболомы с большими погонами устраивают построение, да, в зоне действия тех же там «Хаймерсов», также дальнобойной артиллерии. И сколько случаев только за февраль, за минувший месяц? Трижды накрывали построение. Я считаю, что чистка должна коснуться не только государственного аппарата, там, экономического блока,
Она должна касаться уже высшего комсостава. Сергій Згурець, директор агенції Defense Express та ведучий рубрики «Воєнні підсумки дня». Сергію, вітаю, будь ласка. Вітаю тебе, Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні у нас, власне, така підсумкова програма. Звісно, ми будемо говорити про наслідки відходу наших військ з Вугледару і про Курахівський напрямок, який сьогодні є найбільш гарячішими за зведенням Генштабу саме на сьогодні. Про це буде у розмові з воїнами 33-ї механізованої бригади, яка тримає оборону на цій ділянці. Про все це за мить. Ну, власне, цей тиждень прийшов під темою Вугледару, з якого після понад 2 років оборони наші війська відійшли. Противник після цих тривалих атак і значних втрат захопив руїни і отримав такі певні тактичні здобутки. Так, для нас це боляче, проте фронт не посипався, відбувся відхід наших частин на нові рубежі оборони. І зараз є там низка оцінок і експертів, і військових з приводу того, що командування ЗСУ запізнилося з наказом про відхід з міста, але у будь-якому разі слід розуміти, що не маючи повної картини і не маючи повну інформацію, яка є на штабах різного рівня, не варто робити такі висновки, не знаючи повної картини. Але ми знаємо, що була суттєва перевага ворога в живій силі та артилерії в КАБах. Військові, які тримали цю ділянку фронту, порівнювали ситуацію з 22-м, 23-м і 24-м роком. Ми казали, що в 22-му та 23-му роках, коли ворог наступав, у них була значна кількість засобів артилерії, можна було знищувати ворога, не шкодуючи боєприпасів. В 24-му році ситуація була гіршою. І коли відбулися флангові штурми, то вже тоді переваги по живій силі противника там зросла від 8 до 10. І також є низка таких повідомлень, інформації в наших мас-медіа, де окремі командири розказували про те, що кількість військових в бригаді суттєво зменшилась саме через втрати. В одному з батальйонів було з 350 вояків, було лише 30, і це якраз суттєво вплинуло на можливості бригади. І, можливо, якраз це було одним з чинників того, що довелося відійти, і вже там 2 жовтня там ОСУ Хортиця заявила про те, що з огляду на флангові дії противника, на перевагу противника і дії, які виснажили оборону наших підрозділів, виникла загроза оточення міста, і тому було ухвалено рішення відійти. Що буде зараз далі? Судячи з повідомлень, зараз, рашисти говорять про можливі там подальші дії в наступку наступу на Курахове, але думаю, що зараз буде таке певне перегрупування противника, знову накопичення сил і не лише ризик на Курахове, можливо також, що ворог навпаки здійснить рух на захід, зокрема від Причистівки до Великої Новосілки. Це так само великий значний населений пункт, важливий елемент нашої оборони, але все це припущення. Побачимо, як буде динаміка розвиватися далі, але в будь-якому разі віддамо належну мужності воїнам 72-ї бригади, які здійснили тривалий час оборону міста і здійснили вихід з цієї ділянки на нові рубежі, де так само вони далі. Вони вже зняли табу, індивідуальний терор, удары по инфраструктуре, так называемое дальнобойное оружие, ракеты, которые будут запускаться, как планируется, напрямую с участием натовских экипажей, это массовый террор. Русофобскую риторику подхватила и Харрис. Возможная преемница Байдена на посту президента заявила, что в качестве начальника Белого дома не будет встречаться с Путиным для переговоров о прекращении боевых действий на Украине без участия Киева. По словам Харрис, Украина должна иметь право голоса.